пар. Вы, благодаря вам, вы приехали, начали вырезать деревья, убирать кустарники, все хорошо. Но песка как не было, так и нет. Поставили песочницу, песок завезли с глины, он через 2 дня, его нельзя играть. Песочницу сделали из ДСП, детям на ней нельзя сидеть. Пожалуйста, сделайте нормальную площадку в парке. Детям негде играть в волейбол, детям негде играть в баскетбол. Сделайте площадки в парке. Хорошо, а вы объясните, пожалуйста, чего вы на самом деле вот... Я честно скажу, я немножко удивляюсь вот нашим главам, так сказать, замглавы города по району. Вот в районах, они вот, все остальные районы наши, они беднее гораздо. Но вот везде привозят нормальный, хороший речной песок. Везде отчитываются. Вот мы ставим везде площадки, ставим ограждения, работаем по стандартной процедуре. Везде привозят песок. Здесь вот в Туле взяли, привезли глину с песком. Зачем? Браташа, вот не стыдно? Вот я около... Вот в прошлом году я поставил первую детскую площадку. Она находится в 100 метрах от помещения, где работает Бардашов. Так вот мы воду брали не у него, потому что он нам воды, нас не смог нас подключить к воде, когда мы бетонировали площадку. Бардашов, ну ты когда работать-то будешь? Слушай, 155 тысяч рублей в месяц зарплату получаешь. У тебя 3 зарплаты губернатора. Не стыдно, да? Поясни. Почему песок с глиной зовет? Я в эту песочницу не завозил песок, Григорий Владимирович. Если бы я завозил, то завозил бы чистый песок. А кто завозил? Да, там слоители выделили детям. 2 мешка песка, это что такое? Она Вильямса, добрый швец, какой песок стоит? Михаил Владимирович, знаешь что, вот я поэтому говорю, мы съехались, вот... Любовь Александровна говорит, что хороший сделали двор. Он хороший по сравнению с тем, что был. Но по сравнению с тем, что вы должны делать, он нехороший. Вот в моем понимании, лучше вообще не делать, чем делать плохо. Мы на этом дворе учтемся, Владимир Сергеевич. Не, я не знаю, когда вы учитывать-то будете. Вы же главой-то работаете сколько? 7 лет. Ну, и сколько вас? Вам сколько еще нужно работать, чтобы учитывать начали уже? А у нас первый раз же такое. Да.